Так, сегодня 9 января, утро. Мы очень хотели заехать до Нового года. У нас, к сожалению, это не получилось. Еще идет у нас ремонт. Так, что по апдейтам у нас? Стены подходят к завершению. Тут не хватает фонарика, чтобы увидеть, как тут зашили. Вот так стану. Зашили, в общем, здесь на фронте красиво. И дверь, соответственно, тоже поставили. Вот, красивенько все смотрится. Деревяшечку зашили. Дверька хорошая, дверька дорогая, с 5 разрывами. Так, заходим. Тут, в общем, стены уже подходят к финишу. Вот, сейчас я сниму общую картинку. Тут наша ванна. Общая картинка, короче, такая. Так. Вот так. Очень много всяких строительных прибамбасов. Вот. Стены под чистовую уже делаются. Вот. Начали ребята делать потолок. Вот. Это вот он загрунтован. Заделали швы. Здесь он уже типа зашпаклеван, но это еще будет слой наноситься. Есть небольшие пробелы, будут подделывать ребята. Вот. В общем, начну с котельной. Котельная у нас была готова практически, ну, одна из первых. Вот. По котельной здесь что добавить? Что поставили бойлер. Поставили бойлер с расширительным бачком. Здесь все разводка, подключение. Вот, котел держит определенную температуру заданную. Так, датчик с котла у нас пока что выведен вот сюда. Сенсор, который сдает ему температуру. Вот. А, там у нас ниша под телек. Я уже, наверное, говорил в предыдущих видео. Тут будет кухня, тут обеденная зона. Вот, тут будет шкаф. Вот. А, в общем, комната Мирюши. Это она. В общем, полы у нас тоже будут последние делаться уже, когда ребята полностью закончат и потолки, и стены. Покрасятся полы, будут самые последние. Вот, ну, перед мебелью. Вот, здесь ванная комната, ванную плитку доложили. Здесь все, красота. Под 45 градусов все эти запилы. Даже здесь вот все красиво, четко сделано. Вот, ниша с подсветкой. Ванна будет стоять здесь. Вот. Вот, здесь эта часть, она будет, наверное, в декоративку или в обычную шпаклевку какую-то. Вот. Здесь все четко. Так, здесь у нас коридорчик. Коридорчик как бы узкий. Ну, не знаю сколько. Ну, как бы пройти хватает. Когда двери будут, будет немножко узковато. Вот, это гардероб. Тоже здесь уже начали делать потолок. Вот видно шов небольшой. Вот. Гардероб и наша спальня. Будет у нас вид со спальни такой, да. Свой лесок. Вот, это светильнички будут над кроватью. Это пока двери временно ребята сняли, чтобы работать можно было. Вот такие вот дела. Тут дверь стоит. Двери у нас вот такие. Камеры мы с Максом поставили уже пару недель назад, до Нового года. Все стоит. Уже вокруг не буду обходить дома. Снега опять немного. Такие дела.